Произойдет частичное изменение маршрута следования части пассажирских поездов. Вместо участка Краснодар-Туапсе он проследует через участок Армавир-Туапсе. Изменение коснется поездов Адлер-Санкт-Петербург, Адлер-Красноярск, Челябинск и Уфа. На эти две недели будут отменены некоторые поезда дальнего следования и электрички. С 10 по 24 марта изменится расписание пригородного поезда Туапсе и Меретинский курорт. До станции Лао он будет следовать по расписанию. На станции Дагомыс стоянку увеличат на 12 минут. Далее состав будет следовать с отставанием от действующего графика и прибывать на станцию Имеретинский курорт в 09:24 вместо 09:11.